побережье виден Аюдак, знаменитая гора Медведь. По сути говоря, во время путешествия по канатной дороге можно увидеть практически всю Большую Яву. А слева хорошо просматривается знаменитая корона южного берега Крыма – Альпетринские зубцы. Они состоят из 4 крупных до 15 метров и множества мелких пиков и являются результатом процесса выветривания. Благодаря своей выразительности и узнаваемости альпетринские зубцы стали одним из символов южного